Членикс. Когда-то слышал это слово? По-любому каждый игрок в КС когда-то слышал это слово, но никогда не понимал, что оно значит, или понимал, но не до конца. А вот я тебе сейчас все по полочкам разложу и скажу, причем здесь Na'Vi и читы. А на моем Twitch-канале можно получить операцию за фоллоу. Итак, начнем со стоков. Была и есть такая команда, как Na'Vi. Вы все ее знаете. Так вот, в далеком 2010 году, еще со старым составом, половина игроков из которых вы и не знаете, выиграла чемпионат ПКС 1.6. И выиграли они его так сильно, что все резко начали подозревать их в читерстве. Я тоже сначала посмеялся, мол, Na'Vi. Им даже не нужны читы, чтобы выигрывать. А потом начал искать инфу по этому читу. И оказалось, что на официальной странице Википедии указано, что прежний игрок Na'Vi, а именно Маркелов, является создателем чита Членикс и тренером скандально известной команды Акума.